Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу представить бизнес моего друга. Его бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Найти его можно легко, он находится вот на перекрестке в Арзамасе, недалеко от стадиона и недалеко от банка Арзамаса. Также его можно найти в GPS, 6 раздел, листаем, 27 бизнес. Вот, спортзал Качок-Петушок. Здесь вы можете изучить разные стили боя, а именно спарта, кунг-фу, кикбоксинг, удар с локтя. Самый лучший из них — это кунг-фу и удар с локтя. Также вы можете драться на ринге на деньги. Вход, конечно же, бесплатный, приходите и тренируйтесь. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня играем в приманочку на серию Magazine Holy Play. Первый серий, у них здесь Кирилл Путбуль. Итак, сегодня будет необычное видео, вкратце я расскажу. Вот, кстати, не человек пишет, какого мы сегодня будем пранковать. Так, да, сейчас буду звонить. Вот, у меня пишет смс, так, телефон не зона действия, в смысле. 251-523. Наверное, его крашнуло, скорее всего. Ну, ладно. Короче, суть видео в том, что я себе купил машину. Куда делся GTR, пацаны, и так далее. В принципе, вы узнаете тоже скоро, там, в следующих видосах. Вот я купил Лансера, фуловый Лансер на красивых номерах, короче. Покатался на нем. Ну и у этого подписчика, Артура Ласточка, это подписчик мой. Я с ним познакомился 2 дня назад. У него вообще ничего нету, в принципе. Он там катает на дальних боях. У него там почти уже 25 уровень. Так, давайте напишем. Дальше буду звонить, все. Я хочу подарить ему эту машину. Ну, я ему скажу, типа, вот, мне надо освободить место, можешь на время ее забрать. Потом, когда я ему уже передам ее, скажу, блядь, я тебе ее дарю. Это пранк. Не знаю, будет интересно вам или нет, но я думаю, получится классно. Потому что он не ожидает этого, он даже ее не видел. Он знает, что я купил эту машину с такими номерами, но он ее даже не видел. Поэтому сейчас я буду ему звонить, видите, он мне уже пишет. Я с ним договорился еще на 9 утра, но у меня были траблы, короче, с компом. Поэтому вот такие вот дела. Лансер фуловый, стоит чип, нитро, даже гидравлика стоит. И он в хорошем состоянии. Ну что ж, короче, погнали, сейчас будем ему звонить. Надеюсь, вы оцените это видео лайком. Погнали. Алло, здорово. Ну чё, как? Нормально. Я вот 24 уровень апнул. 24 апнул? Да. Ну нормально. Так, этот, короче, мне помощь твоя нужна? Ну, гопнул. У тебя ж не, есть место, да, для машин? Ну, в смысле место? Ну, машин, ну, место для машин есть вообще? В смысле? Ну, в кар. Давай. Ну, мне надо, чтобы ты тачку на время взял у меня. Одну. Блин. А когда сможешь забрать? Ну, где-то через дня два. Воды давай. Ну, а куда ехать, где? У тебя же есть, да, квартира, да, там? Я на вокзале Арзамаса. Да, у меня есть. На, ну окей, сейчас еду туда тогда. На вокзал Арзамаса. В принципе, а то я хочу себе тачку еще одну купить. Потом. И потом заберу эту. Хоть я сейчас дам. Блин, стрижик пишет, его дружи. Ну это бывает. Прикинь, это. Я 160к уже заработал. Нормально. Буквально с 7 утра. В магазин. У тебя же уровень большой, в принципе. Это да. Блин, вообще по кайфу, по 20 тысяч. Сейчас как раз заценишь мой ламбуланд. А, я что, не видел еще? Ну да. Бля, мне бензин интересно, хватит, у меня 6 литров. Сейчас придется у Райнера заправляться. Я через Рыжекс поеду, короче. Нихера себе, лютой ланч. Смотри, что он может. Оп. Садись. Ща, как он. Я вчера бублики так крутил, сейчас покажу. А, кстати, номера, понимаешь, считай, ботные. Ну да. Смотри, как он бублики крутит. Просто на месте. Вообще. 2 чипа? Да. Сколько несется? 160. Подожди, я секунду отойду на минутку, окей?
Что, нормальная ситуация, мы сразу стали на светофоре. Я им пару ласковых слов написал, короче. А что за тачку хочешь брать? Феррари хочу купить. Но я еще не решил, либо Ауди, либо Феррари, либо что-то еще другое. Он дальнобойщик, блядь, парень молодой. Он как-то лагает. Угу. Бесит, когда на дальнобойщиках лагают, это пиздец. Прикинь, в реальной жизни, блядь, на фуре чувак лагает. Это было бы жестко. Ты где-то поблизости тут живешь? Где заправка или дальше? Да, я... Блядь, нет, тормози нет, нахуй, блядь. Турадары. Стой, а ты не сможешь перелетать? Или... Ну я тебе дам денег и продам ее за 400 тысяч. А, ну окей. Или может мне за пару купить и обменять? А, нет. Да, я смысл. Я не смогу, что надо час, чтобы пришел. А, ну да, в принципе. Ну это, бред, покупать машину с автосалон, типа перекупщик, блядь, ну такое себе, знаешь. Так, сейчас налево. Налево? Налево. И прямо, 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 вон справа последний подъезд. Вот этот? Ага. Окей. Так, сейчас, пай. 137. 50 тысяч, правильно, да? Так, раз. 100, 150. 200, 250, 300, 350, 400. Так, sell my car, 137, 400, так. Не, вроде за 500 только сможешь. А, не, сможешь? Угу. Все. А чувак, это пранк, я тебе подарил машину, а теперь твоя. Да, ну, серьезно? Да, ты в видосе еще. Теперь это твой лантер. Теперь это твой лансер, короче. Спасибо. Неожиданно, конечно. Я знал, что ты не ожидаешь этого. Ты видос снимаешь? Да. О, я даже мог не подумать.
Жесть. Я спасибо. Вчера хотел тебе подарить, а ты, блин, вчера не зашел. Я в шоке, конечно. Прокатись, зацени его хотя бы. Блин, номера топовые. Угу. Да и сам он топовый. Я вчера покатался, пью. Блядь, он мне так понравился. Я даже тебе отдавать его не хотел, но все-таки. Блин, жесть. У тебя нету тачки. Тебе нужнее, как бы. Даже не верит. Я же говорил, пацаны, что он не будет ожидать того, что я ему тачку подарю. Я еще думал, блин, что придумать такое, чтобы тебе тачку передать, чтобы ты забрал, а уже сказать потом. Блин, жесть, я думал, ты вчера так что-то хочешь помочь, там, думал сразу заменкой, может, что-то. А, не. Жесть, конечно. Просто если бы я тебе сказал, типа, я тебе машину дарю, и это было не то, а так я тебе уже передал ее, и ты не ожидал того, что, типа... Я в шоке, конечно. Неожиданно, спасибо. Да не за что. Тачка, конечно, топовая. А, я думаю, что она альтная даже, да? Угу. Ничего себе, 158. Угу. Пушка, вонг. Оп, у тебя текстуры прогружаются. То плохо прогружается тоже. У меня все прогрузились. Я вообще вот только зашел, я же тебе написал, типа, через 5 минут наберу. Включаю запись, понял, 9 FPS резко, бля, я такой, что за хуйня, блядь. Мучился, блядь. Блин. Видел, там кто-то из наших по стричке поехал, сука. Да. Сейчас напишу, не гоняйте по стричке. Ё-моё. Жесть, о, Лансер наш горит, блядь, все как всегда, блядь, сколько можно раз говорить, не взрывайте наши машины. Кто там был, интересно? Да там никого не было, там машина горела просто. Знаешь, когда забагается тачка, типа она постоянно взрывается, когда вот не проезжаешь. Жесть, конечно. Ну ты доволен хотя бы, тачка? Я в шоке просто. Я передоволен даже. Тебе когда-то кто-то дарил вообще тачки? Ну, блин, ну дарили, знаешь, такие, блин, шаху. А, ну а тут и уже то. уровень Лансер, блядь. Ну блин, тут миллион. Ну понял, одна проблемка, что у него ГОСКа, понял, маленькая. Я сам только узнал, когда купил. А сколько ГОСК? 800 тысяч ГОСКа. Ну я вообще его за 1.2 купил, как бы, это выгода, я думал. Потому что стоит чип, нитро, номера, гидравлика. Не, ну оно того стоит. Ну конечно, на охуенно еще. Можно и пару, блядь, мерседесиков сдернуть на светофоре. Она же быстрее будет. Она полноприводная, на ней дрифтить вообще можно охуенно. Ты сейчас машину возьмешь какую-нибудь свою, там, попробовать куда-нибудь съездить там. Ну, поехали в Бусай вот это. Вот тест-драйв, либо сделать гоночку. Ну да, можно. Хотя можно в особняке тачку взять, а хуй знает. У тебя нитро просто есть. Ну да, поехали, я лучше свою тачку возьму. Сейчас я буду не успевать штрафы платить. Ну там небольшие штрафы. Блин, конечно, реально в шоке. Это классно, блин, я ожидал такую реакцию. Я, блин, немного даже не верю, что это моя. Поверь. Жесть. Конюкупа, почему здесь выхлоп только с одной стороны, а. Блин? Я вот, мне вчера это тоже... Видишь, вот выемка есть для второго выхлопа, а здесь что-то только один. У тебя два выхлопа. В смысле, трубы? Да, две трубы у тебя. Да. А, у меня ж модпак, сука, старый, я забыл. У меня тут одна такая труба, я думаю, блядь, что за брак, нахуй. На этой машине, кстати, девушка есть, подписчица. Я не помню, какие там, Аня, по-моему, да, Аня. Что-то типа такого. Это она мне продала ее. Я покатался, я вообще ее для себя покупал. Но я потом подумал, блядь, тебе лучше будет она. Блин, конечно, спасибо. Фух, я в шоке. Теперь будешь подъезжать блатной на аренду на Лансере на блатах. Класс. Ну да, хоть поймешь, хоть как-то, быстрая тачка или нет. Блин, ну есть. А докуда? Или поедем куда-нибудь? Ну, сейчас, давай до Нашана, может. А чудо? Угу. Ну, блин. Так, у тебя нитро надо. Вот ты будешь говорить. Давай, раз, два, три. А, у тебя нитро было? Угу. Так, я альт не буду прижимать. Ты меня можешь обогнать, если ты альт прижимешь. Потому что если я альт нажму, у меня я 170 поеду. Так, я 157.
Не, ну ты догоняешь меня вроде. Ну так, блядь, Мерседес стоит 5 миллионов, а Лансер стоит лям. Ну вот, как по мне, за свои бабки Лансер прям идеальная тачка. Да, конечно. Он и быстрый, и подрифтить можно, и полный привод. Блядь, скутерист. Блядь. Пиздец. Стрит-сракеры, блин. Ё-моё, ё-моё, блин, я в поле выехал, блядь, ай. У тебя гидравлика есть, не переживай. Это не я ставил, она такая была. Блин, мне кажется, гидравлика идет. Потому что я вчера бублики на 8 бит крутил с гидравликой. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm